Подмосковье действует режим самоизоляции для людей старшего возраста. Эта категория граждан считается наиболее уязвимой. Мошенники пользуются доверчивостью и растерянностью бабушек и дедушек. В целях безопасности не открывайте дверь посторонним людям, которые пришли к вам без предупреждения или предварительного звонка, даже если они представляются сотрудниками государственных органов или медицинскими работниками. Звоните родственникам или в полицию. Будьте бдительны.